Всім привіт! Сьогодні будемо займатися пілатесом. Тренування проводить сертифікований інструктор Міжнародної школи Polestar Pilates Анна Кисіль. Вітаю вас! Добрий день! Сьогодні ми изучим несколько базових упражнень для пілатеса. Вони вам допоможуть чувствувати себе краще кожен день. Итак, починаємо наш урок з ковриків. Садимося на коврики. И аккуратно укладываем наш корпус, придерживаясь за бедра. Хорошо. Руки вдоль корпуса. Приводим таз в нейтральное положение. Напоминаю, в районе крестца представьте циферблат. Цифра 12 в голове, цифра 6 ногам. Нейтральное положение таза – это ваш центр циферблата. Хорошо. Первое упражнение – арки руками. Приподнимаем руки до вертикальной оси. Делаем вдох, заводим руки за голову, удлиняя линию плеч. Выдох, поднимаем. Ваши нижние ребра прижаты, лопатки прижаты, таз в нейтральном положении. И еще вдох, выдох. Шея длинная, ключицы длинные. Ваши передние ребра направлены в таз. Сохраняя нейтральное положение, мы начинаем движение roll-up. Поднимаем руки до вертикальной оси, приподнимаем голову и поднимаем корпус вверх. Выдох. Грудная клетка над тазом. Делаем вдох, начинаем укладывать наш корпус, начиная с крестца. Позвонок за позвонком. Хорошо. Арки руками. И roll-up. Вдох. И на подъем выдох. Грудная клетка над тазом. Макушкой тянемся к потолку. Снова вдох. Направляем взгляд вперед. И к потолку выдох. И еще. Старайтесь укладывать ваш корпус позвонок за позвонком. Не бросая его. Если вам тяжело подниматься с руками отдельно от ног, можно придерживаться за бедра. И еще я вам покажу, как я придерживаюсь. Вдох. Выдох. И еще назад. Вдох. Хорошо, выдох. И еще два раза. Выдох. Вдох. Очень важно дыхание. И еще вдох. И остались в верхнем положении. Выдох. Следующее движение – spine stretch. Выпрямляем наши ноги. Располагаем грудную клетку над тазом, направляем ребра в таз. Если вам тяжело удерживать корпус в вертикальном положении с прямыми ногами, вы можете их согнуть. Мы сидим на седалищных буграх, стопы на ширину таза. Ладони над головой, делаем вдох и начинаем отталкиваться седалищными костями от пяток, удлиняя всю нижнюю линию. Направляем взгляд вперед в пол, шея длинная, выдох. Вдох, выдох. Продолжаем движение, создавая корпусом, ногами, руками образно подкову. Оставляйте пространство между животом и бедрами. И еще. Вдох, удлиняем нижнюю линию, выдох. Снова вдох и выдох. Продолжаем. Старайтесь как вдыхать, так и выдыхать. Не задерживайте дыхание еще. Хорошо. И еще два раза. Вы можете сделать гораздо больше повторений, если вам это упражнение понравилось. Хорошо. Хорошо, оставили корпус в вертикальном положении. Стопы развели на ширину вашего коврика. Ноги можно также согнуть. Основное условие – грудная клетка над тазом, ребра направлены в таз, макушку направляем к потолку. Опустите ваши плечи, руки в стороны. Следующее движение – spine twist. Начинаем ротацию влево. Делаем вдох, разворачиваем корпус влево. На выдохе. Снова вдох и на выдохе. Очень важно, чтобы вы двигались не
отводя плечевые суставы. Сохраняйте положение рук, как в исходном. Хорошо. Сейчас мы работаем в горизонтальной плоскости, вращая наш корпус. И еще. Шея длинная, плечи опущены, ключицы длинные. Выдох. Хорошо. И еще два раза. Вдох. Хорошо. Выдох. Следующее движение. Продолжение spine twist. So, пила. Разворачиваемся к левой ноге, правой рукой. Удлиняемся вперед, как spine stretch, оставляя пространство между животом и бедром. Вернулись в исходное. Вдох. И на выдохе вниз. Удлиняем нижнюю линию. Хорошо, отталкиваемся дальними костями от пяток. Не спешим. Выдох. Носки стоп на себя. Вдох. Выдох. Оставляйте таз в неизменном положении. Еще. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Шея длинная. Хорошо. Выдох. Вы можете ноги как согнуть, так и удерживать прямыми. Главное, чтобы ваша грудная клетка была над тазом. И еще два раза. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Молодцы. Привели стопы на ширину таза. Ноги можно согнуть. Укладываем наш корпус назад, позвонок за позвонком. Можно придерживаться за бедра, можно уводить руки над головой. Хорошо. Таз в нейтральном положении, руки вдоль корпуса. Стопы подвели ближе к тазу. Хорошо. Следующее движение. Плечевой мост. Начинаем движение от таза. Таз в нейтральном. Переводим на 12. И начинаем, подкручивая таз вверх, позвонок за позвонком поднимать вверх. На выдохе вверху стоп. Делаем вдох и начинаем с грудного отдела, укладываем позвонок за позвонком. Хорошо. Поднимаясь вверх, вы удлиняетесь по передней поверхности бедра. Выдох. Эти базовые движения помогут улучшить мобильность вашего позвоночника. Выдох. Вдох. Выдох. И еще два раза. Это упражнение называется плечевой мост. Бриджин. Выдох. Плечи опущены, шея длинная. И еще. Хорошо. Задержитесь в верхнем положении. Мы модернизируем это упражнение, усложним. Стопы можно подвести ближе к тазу. Правая нога опорная, левая выводим вертикально. Носок стопы от себя. Оставляем таз в неизменном положении. Носок стопы от себя. Рисуем 4 круга против часовой стрелки. Небольшой круг. Вдох. Начало движения. Выдох. Завершаем. И 4 круга по часовой. Стоп. Начинаем. Грудного отдела укладываем позвонок за позвонком с опорой на одну ногу. Очень важно правильное движение позвоночника. Опустили. С двух ног выводим таз вверх, начиная с крестца, подкручиваем и выводим вверх. Выдох. Опорная левая, правая вертикально. Носок стопы от себя. Рисуем 4 круга по часовой и 4 против. Хорошо. Опускаемся. Начинаем грудного отдела. Позвонок за позвонком. Хорошо. Опустили. Движение таза. 12-6. Хорошо. И сегодня мы еще добавим одно упражнение, которое улучшит мобильность вашего позвоночника. Правая нога уводит чуть вперед. Левая стопа ставится на правое бедро, ладони в стороны. Прижмите их, плечи опущены, лопатки прижаты. Это упражнение называется side to side. У нас модификация базового движения. Движение ног мы совершаем вправо, взгляд направляем влево. Лопатки прижаты.
Делаем вдох, на выдох ротация. Удерживаем лопатки прижаты к полу. Вернулись в исходное положение. Снова вдох, направляйте ваши ребра в таз, плечи опущены в другую сторону. Выдох, лопатки прижаты. Вдох, выдох. Движение нужно совершать плавно, медленно, чтобы почувствовать вытяжение. Плечи опущены. Хорошо, вдох. На выдох вернулись в исходное, еще вдох, на выдох, ротация. Ваши ноги работают в одной плоскости, правая и левая нога в одной. Как действует, как одно целое. Выдох. Направляйте ваши ребра в таз. Движение плавное. Медленно. И еще одна пара. Движение ног влево, взгляд вправо. Работает весь позвоночник. Шейный, грудной, поясничный отдел. Хорошо. Вернулись в исходное положение. Поменяли ноги. Хорошо. В исходном положении таз нейтрали. Движение начинаем влево, взгляд вправо. Приготовились, начали. Выдох. Вдох, снова. Хорошо, молодцы. Вы можете повторить. И еще несколько пар этого движения. Хорошо. Движение вправо. И на сегодня мы закончим. Стоп, на ширину таза. Выводим руки за голову, делаем вдох, поднимаемся вверх, рулап, вдох, выдох. На сегодня мы закончили. Сьогодні на тренуванні ми виконали вправи, за допомогою яких можна покращити мобільність хребта. В следующих передачах мы продолжим работу над нашим позвоночником.